Здесь дом у меня от матери остался. Вот был дальнобойщиком, бросил, потянул их к дому, к болоту. Если болото осушить, здесь подземных вод практически не останется. Много птиц, таких редкостных. Белая куропатка, допустим, тетерки. Только что у нас они сохранились. Сосеночки такие молодые, красивые были. Все повыгорело. И долго не росла ни клюква, ничего. Прийти отдохнуть чисто от работы, от всего. Многие люди приезжают сюда отдыхать. Люди на болоте – гэта про беларусов. Докладней так было раней, калі болоты займали 14% площади краины. Зараз, после советской мелиорации, их у два разы меньше. Осушенные торфяники займают тысячи гектаров и вылучают метан, які уплывае на изменение климату у 4 разы мацней, чем вуглекислый газ. Так и выходит, что с каждым годом климат у нас становится все сушейше и горячейше. Сегодня Беларусь – сусветный лидер по обновлению торфяников, але зробить все еще треба вельми шмат. Бо обновлять завсёды складаней, чем разбурать.